Оранжевый жилет, круг и бинокль – главные атрибуты лета для Виталия Пепелышева. С детства парень занимается плаванием. В 2014 году решил попробовать себя в роли спасателя. Прошел специальную подготовку, и вот уже 10 лет Виталий помогает людям в экстренных ситуациях. В основном это помощь, конечно же, на пляже, а не в воде. То есть большинство людей, им становится плохо именно на пляже. То есть когда мы проходим в обходах, видим то, что людям плохо, это часто солнечные удары, у людей преклонного возраста часто бывают инсульты и так далее. Вот, соответственно, вызываем скорую и помогаем, либо помогаем сразу на месте. Нас этому всему учили, обучение проходили, все умеем. Общая протяженность официальной купальной зоны в городе около 4 километров. Для обеспечения безопасности отдыхающих там работают 14 спасательных пунктов. Они оснащены всем необходимым – жилеты, круги, ласты, средства связи. Все для оказания помощи людям в экстренных ситуациях. Ежедневно дежурство ведут 44 человека. Всего в Самаре работают 8 пляжей. В период проведения молодежного форума «Ай-Волга» планируется организовать 9-й пляж в районе Фестивальной Поляны на территории Красноглинского района. Работать спасательные посты будут с 10 июня по 31 августа с 8:00 до 21:00. С 1 по 15 сентября с 8:00 до 20:00. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.